Новый день, новый пациент. Видите, у нас пылесос Zelmer, распространенный классический пылесос, габаритный. Впервые встречает такое. Дождусь сразу отмашку, да, давай. Что? Он включается? Он работает, пока держим кнопку. Смотрим сам процесс. О! Опа! Все. О! А сейчас нету. Все, отпустил и не работает. Странно. Интересно. Ну, однозначно... Платки управления где-то что-то. Началось. Что, разбираем? Платки. Да, платки. Все, началось. Так, сам процесс разборки есть у меня на канале. Заходим на плейлист пылесосы, находим эту марку Zelmer и смотрим, как разбирать. А нам нужно уже... сэкономить эфир Ютуба, и нам касается только вот эта поломка интересная. Полетели. Разобрали, получили доступ к кнопкам управления. Смотрим внимательно, ребята, на показания тестера. Значит, если смотреть, то с носа, вот нос, начало пылесоса находится, вот сюда приходит 220 напряжение на эту кнопку. Эта кнопка у нас включение. Это, блин, вам же не видно тестера. Так, видно, видно. Так. Вот здесь 220 присутствует. Дальше переходим на следующую контактную группу, и здесь отсутствует напряжение. И проблема, вот если этот канал работает, то второй не работает. Вот смотрите, здесь есть, а здесь нету. И даже если, ну, вот здесь замкнуть нижнюю часть, что я вам не советую, и даже я не буду, но я просто уверен, если я сейчас здесь замкну, то пылесос заработает. Сейчас, если понажимать кнопку, то он включится. Ну, короче, контакты, самой контактная группа в кнопке уже, так сказать, износилась. Видите? Все. А, ну давайте так поступим. Хорошо. Еще для уверенности. Сейчас мы... Так, и так. Вот. Смотрите, фокусировка, конечно, поближе сейчас. Давайте, вон, напряжение отсутствует. Сейчас мы включим, появится напряжение. Как только заглохнет пылесос, оно пропадет. О, видите, было и нету. И напряжение пропало. Значит, сейчас все просто довольно-таки будет. Замена кнопки. Ну, просто геморройно чуть-чуть его разбирать, ребята. Ну, это не плата управления. Это довольно-таки дешевле. Так что рентабельность здесь данного ремонта однозначно есть. Закажем кнопочку, установим. Да и все, и можно будет проверять. Так, а вы подписывайтесь на технический канал. Мы находимся в Украине, Днепр. Можете отправлять ваши инструменты. Отремонтируем, заснимем контент и отправим назад новой почтой. За ваш счет, конечно. С согласия владельца пылесоса. Мы рекомендовали, пользуется он только сухой уборкой. То есть мы вот здесь перекидываем кнопочку местами. Здесь вот это для влажной уборки насосик. Он, в принципе, может и будет запускаться, но с трудом. На всякий случай, чтобы цепь не разрывать, не кулибничать. А вот, вот эту рабочую мы поставим сюда на включение сухой уборки. И все, потому что по каталогу пробили Zelmer-ский кнопка, она чуть-чуть не такая. Вот здесь вот этих два ушкообразных крепления отсутствуют.
И здесь кнопка на 30% уже, хотя прописано как оригинальная Zelmer. Просто потом придется еще с установкой, фиксацией кнопки трахаться. А так все получится. Вот так вот. И это более будет бюджетно для пользователя. И ускорится сам процесс уже отдачи пылесоса владельцу. Убрали пылесос, прежде чем устанавливать декоративную защелку, панельку эту. Продиагностируем ее, потому что здесь вот эти 5 лепестков крепления, они хрупкие. Так что экспериментировать не будем. Так, проверяем. Отлично, все отлично, все получилось. Да, еще режим влажной уборочки тоже, смотрите, работает. Все отлично, достойно, я думаю, лайка данное видео. Всем пока-пока, удачи в вашем ремонте.